Всем привет! Раз это говно все равно никто не смотрит, но на мой взгляд достаточно идея интересная, поэтому я продолжаю снимать серию видео о строительстве бани в стиле фактор. С подошвой фундамента я закончил, но ее поверхность оставляет желать лучшего, как вы можете заметить на этом видео. Поэтому перед тем, как начать следующий этап армирования и бетонирования фундамента, мне пришлось полностью шлифовать поверхность подошвы. Изготовление бетонной смеси и укладку производил я один, причем у меня даже не было вибратора, не в смысле того, которым девчонки балуются, а глубинного. Поэтому на этапе бетонирования основной задачей было сделать однородную конструкцию, без пустот и раковин, а качество поверхности было уже вопросом десяток. В случае, если у меня был бы помощник, которому я мог доверить изготовление смеси и укладку, то и качество поверхности было бы куда лучше. В любом случае, горизонтальный холодный шов пришлось бы шлифовать от цементного молочка. А так мне пришлось еще устранять локальные неровности на поверхности бетона. Во время шлифования скопилось большое количество пыли, и было сложно определить, везде ли я снял цементное молочко. Компрессора под рукой, чтобы убрать пыль, у меня нет, поэтому я смыл ее водой из шланга. После удаления пыли стали заметны места, которые я пропустил, и пришлось их дополнительно зачистить. Заглядывая вперед, могу сказать, что удаление пыли водой было не лучшим решением, потому что при шлифовке сырой поверхности стала скапливаться не пыль, а достаточно трудно удаляемые суспензии из воды и пыли. Поэтому в дальнейшем я убирал пыль метелкой. Во время бетонирования были засраны все выпуски из подошвы, поэтому все эти сопли также пришлось отбивать кирочкой. Воу! Чуть себе молотком в рожу не зарядил, поэтому в целях безопасности держите экран подальше. Естественно, во время заливки все выпуски отклонились от проектного положения, а полностью их выправить по завершению бетонирования я не мог, так как бетон уже начинал схватываться, и я побоялся их шевелить, чтобы не нарушать их сцепление с бетоном. После выравнивания выпусков я дополнительно зачистил их корчёткой.